Вот это прекрасное мясо. Вот так вот разрезаем, ребятки. Вот так вот. Вот какая мраморность мяса. Посмотрите, пожалуйста. Нежнейшая телятина. Вот. Из этого можно приготовить. Но стейк из этого не приготовишь. Но приготовить гуляш будет замечательно. А стейки готовятся вот из такого брюшной области. Берем мясо, жарим. Вот такие вот отрезы сейчас тоже. Убрать лишний жир. Будет стейк. Там еще стейк вот из... Получается, это спинная часть, верхняя, ближе к затку. Вот так вот разрезать. Аккуратненько, на небольшие кусочки. Вот. Вот так вот пожарить. Классно будет. Все это дело сейчас разрезаем. Упаковываем вот так в пакетики. И убираем в морозильник. То есть сегодня из парного мяса мы фарш даже не будем делать. Дадим заморозиться полностью. И потом уже по мере необходимости. Это тоже кусочек. Вот такие вот кусочки для фарша хорошо. Котлетки делать, пельмешки. Это окорок получается. Вот. Вот это еще сейчас заморозим. И завтра уже сделаем фарш. Нам нужно будет завтра фарш. Фаршировать перчики. И сделать еще что? Блинчики с мясом.